Доброго времени суток. Меня зовут Артур Гукасян, я пастор Церкви Слова Жизни, город Новосибирск. Каждый год мы проводим лидерский, пасторский лагерь, и также лагерь для молодежи, для семейных пар и многие другие мероприятия проводим на берегу Обского водохранилища рядом с Сосновым Бором. Но в этом году вместе с движением «Искатели Бога» и с «Бог ТВ» мы будем проводить ПНУЛ. Это будет особое время, атмосфера откровений, молитвы, дружба, отношения, разные мероприятия. Я всех приглашаю посмотреть в свои графики. И если вы можете, если вы хотите, мы будем рады вас встретить. Приезжайте к нам, мы будем вместе проводить это потрясающее время, искать Божьего лица, обновляться. И я уверен, когда вы уедете оттуда, вы уедете с новыми откровениями, вдохновленные и с правильными решениями. Жить со Христом и проповедовать Евангелие Иисуса Христа этому погибающему миру. Пусть Бог благословит вас. Добро пожаловать!